На кадрах видеонаблюдения видно, как Лада под управлением молодого человека слегка задевает выезжающий задом автомобиль Део. После этого молодой человек, заявивший о своей непричастности к этой аварии, выходит из Лады и оценивает повреждения обоих автомобилей. При этом хорошо видно, кто именно был за рулем в момент ДТП. Молодой человек находился в состоянии опьянения. В отношении него будет составлен административный материал. Несмотря на то, что молодой человек отказывается от управления в состоянии опьянения транспортным средством, во дворе дома установлена видеокамера, благодаря чему это дорожно-транспортное происшествие стало достоянием сотрудников полиции. По признанию водителя Калины, прав у него нет и никогда не было. Машина принадлежит ему, но ездила на ней его жена. Из-за ДТП молодой человек не расстроился. Более того, найдя удобный момент, он забежал в ближайший магазин за еще одной порцией спиртного. Между тем, сотрудники ГАИ предупреждают, что в праздничные дни полиция будет проводить антиалкогольные рейды. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».